Уроки дружбы и доброты теперь и в Иванове. Друзья по несчастью, люди с ограниченными возможностями здоровья из нашего города и столицы объединились, чтобы создать совместный проект. Ездить по учебным учреждениям и рассказывать школьникам и студентам, как важно быть дружелюбными с теми, кто выглядит иначе. В этом зале студенты третьего курса ИВГУ, специальности соцработа. Вся их жизнь в дальнейшем будет состоять из помощи людям с ОВЗ. Собрались такие люди, которые просто окрыляют и вдохновляют простых людей, у которых нет каких-то ограничений, которые, в принципе, все могут сделать в этой жизни. И смотря вот на таких людей, ты просто, наверное, окрыляешься и думаешь, что я много тоже чего могу, и все эти рамки, которые обычный человек себе ставит, они просто, ну, бессмысленны. Спикеры придумали эксперимент, дали возможность студентам почувствовать ограничения, завязали им глаза и предложили спуститься на первый этаж. Участники в полной мере ощутили свою беспомощность. Ты выходишь, ты ничего не видишь, очень страшно запнуться, очень страшно кого-то сбить, что-то задеть. Так как у меня был хороший сопровождающий, мне было более-менее комфортно. То, что я знала, что меня отведут в нужном направлении, мне все сообщат. Но если бы я была действительно одна, было бы гораздо сложнее и труднее. Я бы даже, наверное, не вышла просто из аудитории. Со своей программой толерантности организаторы проекта посетят колледжи и школы города. И очень рассчитывают на отклик со стороны администрации учебных учреждений. Закладывать доброту и хорошее отношение к людям с проблемами по здоровью нужно еще со школьной скамьи. Сначала заходишь, и они не понимают, для чего эти люди пришли. И что мы здесь делаем? А в конце, знаете, как приятно, когда заканчивается урок, они подходят, обнимают нас и говорят: а приходите еще. Им так нравится, и как добра столько от них идет, положительной энергии. Мало кто из людей, которые не испытывают ограничений, благодарны за свои возможности. Такие уроки и беседы идут на пользу, позволяют понять друг друга, проникнуться и подружиться. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.